Кыргызстан – удивительная страна с богатой историей, красивой природой и гостеприимными людьми. Это место, где можно увидеть живописные горные пейзажи, познакомиться с культурой кочевников и насладиться гостеприимством местных жителей. Для тех, кто хочет познакомиться с этой уникальной страной ближе и глубже, авторские туры по Кыргызстану – отличный вариант. Что такое авторские туры и почему они так популярны? Авторские туры – это путешествия, организованные опытными турагентами, которые имеют глубокие знания о местной культуре, истории и традициях. Они создают уникальные маршруты, которые позволяют туристам увидеть место, недоступные обычным туристическим группам, и познакомиться с настоящей жизнью местных жителей. В чем преимущество авторских туров по Кыргызстану? Во-первых, такие туры предоставляют возможность познакомиться с настоящей кыргызской культурой и традициями. Туристы могут посетить отдаленные деревни, где живут кочевники, попробовать национальную кухню и узнать о том, как живут люди в горах. Во-вторых, авторские туры позволяют увидеть удивительные природные достопримечательности Кыргызстана, такие как озеро Сонкуль и Иссык-Куль, гора Победы и Тянь-Шанские горы. Что можно увидеть и посетить в рамках авторских туров по Кыргызстану? Прежде всего, это посещение исторических памятников, таких как руины древних городов и мавзолеи, где хранятся останки великих правителей. Также можно отправиться на пешие походы в горы, посетить традиционные ярмарки и фестивали, где можно увидеть национальные танцы и песни. Более подробно о ценах и скидках вы можете узнать, перейдя на сайт. Ссылка на сайт будет в описании.